Ну что, всем добро пожаловать, всем привет. Сейчас вообще там надо посмотреть. 6 букв с моим, все, по-моему, 15 букв сегодня. Да, все, мы оплатили счета. Сейчас я телефон слышу, всем интересно. Ну, всем уже все попутно. Сейчас выйдем на улицу, и пойдем опять по катушке устраивать на грузовике. Зарабатывать деньги. Ладно, ребята. Сюда приеду, куплю запись. Он нашел шумушку. Так что давайте, ребята, подписывайтесь на Twitch. Там в основном будут стримы по всем играм, в том числе по Некстерпу, ребята. Ссылку я оставлю в описании, так еще в информации о канале и ссылочку на Twitch канал. Так что все стримы будут там, кстати. Сегодня будут смешные моменты, надо поищу. А, блин, я удалил. Ну, со стримов поищу смешные моменты будут. Буду их. Как вы думаете, по встречке, да? Блин. Интересно, здесь ваши ДПСники ездят, да? Патрулируют или что? Блин, может реально во фракцию ПТС? О, ППС. Вступи в такси, нафиг, это не интересно, это в такси мне не нравится. Я один раз поработал в такси, собрал. Не интересно, уже не могу. Интересно, там прибыль больше и зарабатывать больше, по-моему. Я думаю, сегодняшнюю уровню. Много рубим, много-много денег. А вы поставьте много-много лайков, ребята, если вам нравится мой сегодня поиграть. Тоже дурак. На встречке же стоишь, дурак. Еще один, ну. Покормить? Кушать? Ё-моё. Что ж встречка? Как я не понимаю, как можно? Блин, где ДПС вообще? Где все? Почему не по встречке? Вот это вопрос. Короче, ребята, залейте этот ролик. Эту часть, скажите эту часть, а залейте её в группу на СТП. С вопросом. Где логика? Или почему по встречке я люблю? Я, короче, про кое-что у нас в городе спрошу в одном магазине. Если это реально у них можно сделать, то я нафиг ждать даже не буду. Я закажу кое-что через другой магазин, который у нас в городе находится. Может даже меньше ждать придется. Я не знаю, сколько у них будет стоить, конечно, это было, но... Я не закрою мой, я с красавчиком, сейчас ворочу. Все, а наряд. Погнали работать. Ладно, первым два рейса запишу, остальные уже не буду писать. Первые два три рейса запишем, чтобы вы не поверили, что я работаю, что я не пишу, ни хрена не работаю, что. Ну и посмотрим, как люди ПДД соблюдают. Да, машину, кажется, хорошо запущен. Кстати, зайди сегодня на стрим по Твитчу, блин. В ужасе. Я сегодня такой лайк в игре оставил, даже если. Так что подписывайся на Твитч. Это все в описании. В информации о канале. Это и есть это дело. Мы с ним синхронно поехали. Это круто. А, ну, немножко по парковке проедем с вами. Вот куда он поехал? Он поехал на встречку.
Вот надо куда ей. Первый рейс, ребята, пишется. Второй пишется. Ну, я, наверное, в ферму еще поиграю. Там на 1000 будет ферма, если стрим, так что, блин. В 3 раз, ребята, кто не подписан на Twitch, подписывайся. Выключены. Почему их не выбрать и не работают? Интересно. Там будут стрим по Евротрек, по NextRP, по Roblox сегодня вечером будет возможно стрим. Да, сегодня скорее всего Roblox будет стрим на YouTube, на Twitch чисто, так что заходите. А может и не по Roblox, а может по Айсамаркер, пока еще не решил. Так что давайте, ребята, подписывайся на Twitch. Подписывайся на основной канал. Давайте добьем подписчиков, и тогда я не вру. Буду стримить там вот там. Ну, на YouTube буду чуть пореже стримить, как бы. Расписание вывешу в группе ВК. Что когда, ну, по каким дням, какие стримы будут, и как. Я, допустим, сегодня, допустим, стрим по My Summer Car. На Твиче. Завтра, к примеру, будет ряда стрим по Роблоксу. Twitch-YouTube. Вот так вот рядовато, короче. Если много, если 1000 подписчиков набраться. До 28 числа давайте наберем 1000 подписчиков. Да, так вот реально. Я, пацан, я за свое слово держу. А вы? Только подписались, быстренько ряда. Кстати, зайдите на Twitch и посмотрите, как я там стримлю и с чем. Как мистер Каталин, кстати, на это, кажется, обрушил. На Twitch ушел, я думаю, будет. Он на Twitch, но, кстати, она будет модератором делать на своем стриме. А вот одному корешу предложить попробовать в NextRP поиграть, если он любит такие проекты. Что вы заходите, я прям кодик кину, будем вместе качаться, и развиваться вместе. Ну, ребята, без доната, слушайте, без доната, ребята, я поднялся до 11 уровня, не пользуюсь ни випками, ничем, до 11 уровня, купил машину, купил дом, ребята, не донатя в игру. Так что, блин, если игра мощна, то есть если все четко развивать, то можно и донатить его, понимаете? Хочется, конечно, чуть-чуть задонатить, чтобы не раз умирать. Но я не хочу это делать, я буду ждать, может быть, разработчики игры NextRP все-таки сделают, что можно будет в автосалоне заменить номера. Ну, не номера я имею в виду, а эту самую регион сменить. О, без выхода. И, кстати, как капиталить машину? Напишите в чате, в комментарии. Блин, никто никогда не угадает, что это секретный проект, ребят. На лайв-канале уже, так сказать, на меня угадали на секретный проект. Потому что посмотрите обязательно. Ребята, я понимаю, почему меня мало смотрит, потому что колокольчик никто не нажимает. Поэтому никому уведомления о видосах в стримах не приходит. А если колокольчик нажать, уведомления будут вам мгновенно проверены. Буду переманивать нас на Твиче, потому что на Твиче лучше стримить. Там можно делать так, чтобы ты как бы, ну, стримил, делал трансляцию и еще параллельно показывал стрим своего друга. Как мне сегодня было с пацаном. Я делал свой стрим по My Summer Car. Его стрим показывал. Очень круто.
Мирфу, сейчас на лодку не узнаешь, что я этого заменил. Что, я подписываюсь на канал. Да, мой самарка, конечно, классный. Старпы тоже приятный, прикольный проектор. Жалко, что он народу играет. Не, мне адекватных, которые, блин, сразу по ДД ездит. Скоростной режим не нарушает. Стримы только там будут. С 7 часов до 10, до половины стало уже. А здесь только видосы, смешные моменты со стримом будут. Если не забуду, закомментирую видео. Как у меня сегодня смешной момент был с чудиком.
Ну, с кассетой, и смотрим на кассетный магнитофон. Я тоже могу собирать там книги. Так что я давай подписка книга. Извините, что так долго не видел. Строение. Вчера захотел видео выложить, но тоже хотел немного. Блин. А он оборонил угрозу шумную. Чтоб этого счета, блин. Там просто выселили его и жопнулся. Три часа можно с 4-5. Скорее всего, будем стрим по Next RPG. Скорее всего, у нас не точная информация. Так что, чтобы не пропустить, надо подпишитесь на Twitch. То есть, я регистрировался на Twitch, перешли по ссылочке. Больше аннотации. Какая-нибудь ровно что-то. В это время играть в эту игру. Потому что народу меньше. Оп, здесь айфон. Конвой мы поехали. Все, загружаемся. И ладно, ребята. Это пока записываю.
Блин, меня записывают, ё-моё, что, блин, ладно. Лютый игровой, блин, то есть не игровой, а на